Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И я сделал небольшую перестановку в наших картах. Я убрал у нас холодильник и поставил удар метеора. Я думаю, что так будет лучше, но игра покажет. Так, переходим в компанию и смотрим. Вот такой у нас сегодня будет островок. Ага, гоблин, мороженка и гринч. Ну что ж, поехали. В бой. Сейчас мы будем раздавать люли бесплатные. Блин, почему я вот этого, ребята, слона не видел, а? Так, ладно, поехали, начнем с метеора, хочу проверить. Слушай, ну неплохо, в принципе, мне нравится. Так, давай-ка, барабан судьбы. Так, мороженки. Ах ты, я думал, крышка будет. Нормуль. Так, что у нас там? Ой, сейчас удар будет. Не помогло, сейчас ударит. Ладно, фиг с ним. Надо было заморозку нам, наверное, применить с собой. Так, метеор. Какое, блин, адское зелье. О чем ты, дедуля? Напал. И я думаю, наверное... Хотя давай так сделаем. Минус. И минус. Шикарно. Так, вторая волна. Давай, наверное, динамитиком побалуемся. Чуть-чуть. Шикарно просто. Так, минус гоблин. Ой-ой-ой, почему не сработало? Почему не сработало, скажи-ка мне на милость. Напалм, нам нужен напалм. Совсем другое дело. Так, а башенка хочет меня ударить. И у нее получается. Слушай, я на самом деле думал, что метеор будет бомбить лучше. А получается, что нет. Так, третья волна. Третья волна. Ну что, начнем, наверное, с метеора. Метеор бомбит рандомно, ребят, сразу вам говорю. Так, динамит. Да ладно, и все выжили, да как так-то? Так, минус гринч. Так, и мы с тобой, наверное, сейчас применим вот так. Блин, псина это не отдуплилась, а? Вот ты посмотри, что делает. И полюбуйся на этот расклад. Ну-ка, динамит. Так, осталась свинота у нас, да, с тобой? Ну, давай из пушки ее, наверное, добьем. Упс. Пардонче. Зачем? Зачем я бросил динамит, а? Вот скажи мне на милость. Не надо мне здесь ничего получать. Напалм. Отлично, метеор. Дальше улей. После всего этого заморозка. И что, и динамит, наверное, набросим с тобой. Так, минус один. Ах ты, муха навозная. Блин, и псина тоже туда же. Короче, мухи крышка. И псине сейчас будет тоже крышка. Слушай, у нас мало здоровья. Вот здесь, наверное, придется нам все-таки глянуть. Ну что, продолжаем наши баталии. Начнем с напалма. Дальше заморозочка. Улей. Так, мне нужен электрик. А ну-ка, успеем его подбить? Не успели. А что делаем? Напалм? Ух, сейчас звезданет. Гаденыш несчастный, а? Ты посмотри на него. Ну-ка, из пушки. А так? Ладно, бог с ним. Ребят, последняя волна. Наверное, все-таки надо глянуть. Ну что, продолжаем наше веселье и начнем, наверное, с барабана судьбы. В кого? Гринч. Гоблин. А если мы вот так сделаем? Плюс вот так. И динамит хочу сейчас зарядить. Успеем, нет, как думаешь? Вот так тогда еще сделаем. Ой, окопался, гаденыш. А ты посмотри на него. Так, тролль окопался. А если ему заморозочку? Блин, гринч, но он хочет зелье бросить. В принципе, не так страшно это все. Давай-ка мы из пушки звезданем. Так, а вот теперь он хочет атаковать. Ну-ка, на-ка, улей. Покушай-ка, а если так? Не туда. Чтоб вас всех разорвало. Но это, ребят, все, им крышка. Слава богу, мы с тобой здесь прошли. Побед за нами. Так, 355 тысяч дробовичков мы получили с тобой. Слушай, ну это надо удваивать. Почти лям опыта. Вау. Ну что, я считаю, неплохая награда у нас получилась. И мы с тобой переходим на следующий поединок. Кстати, уровень сколько у нас, ребята?
8 лямов пока, да, нужно 14. Ну что же, наверное, мы сегодня получим с тобой 40 уровень. Кстати, тут надо забрать кое-что. Ага, 16 корон из 20. Ну что, поехали теперь драться с мороженкой. Как ты видишь, здесь у нас с тобой разыгрывается молот Тора. И это лес злых старикашек. Лес злых старикашек. Ну, то есть тех самых гринчей. Ну что же, раз они злые, будем их утихомиривать. Начну-ка я с улья. Вот, вот это правильно, что именно в электрика. А вот здесь неправильно. Так, пила. Теперь пушка. А теперь мне нужно выкинуть динамит. Посмотрим. Шикарно, вот что я тебе могу сказать. Этот своим зельем хотел что-то сделать, но видишь, у него сбилось все. И заморозочка. Изи. Так, второй раунд. Блин, ну как меня вот этот провокатор бесит. Давай напалм сделаем. А дальше. Вот таким вот образом. Ах, и вот это все в него летит. А я не знал, если честно. Так, ну-ка, сгорел. Вот правильно так и надо ему. Теперь динамитик подкинем. Блин, бабка это целая еще. Улей тогда ей. Нормуль. Муха сейчас ударит меня. Блин, они... Ах ты... Я только хотел, ребята, кату применить. И ведьма просто ее сожгла мне. Тогда вот так вот заморозкой ее добьем. Норм. Ну что, третья волна. Ничего мне здесь не надо. Мне хватает пока. Шикарно. Великолепно. Я, ребята, стакаю динамит. Если ты еще не понял. Я хочу его застакать до 5. Но вряд ли я успею. Пора бросать его, по-моему. Пора бросать, есть. Я успел. Так, ну, волчара сдохнет. Блин, чуть-чуть не хватило, прикинь. Вот. Да на тебе. Этот сразу обнулил свои зелья. Правильно, бросать-то не в кого. Получи. Слушай, ну это легкая была волна, согласись. Так, давай подумаем, что здесь. Ну, начну с напалма. Пускай они все погорят здесь чуть-чуть. Дальше идет улей. После идет метеор. И все это попадает в мороженку. Еще напалм. А вот теперь пора бы, наверное, и бросить динамит. Эть! Так, должна двоечка сдохнуть. Окей. Ну что, снеговик, заморозку? А дальше все будет легко и просто, потому что мы применяем с собой пушку корабельную. Все. Ну-ка, се. Так, смотри, как кто тут пришел. Голубь-фараон. Ну, давай вот так начнем. Плюс напал. Плюс пила. Дальше, наверное, метеор сделаем с тобой. И динамит. Блин, должно, в принципе, получиться. Ну, Гринч точно дуплится. А вот этот звезданет. Слушай, что-то мне не хватает, на самом деле, холодильника. Мы с тобой получаем много урона, вот что я тебе могу сказать. С холодильником мы как бы могли кое-кого заморозить и избежать удара. А здесь все-таки пропускаем. Ладно, добиваем этого голубя Пита. А здесь мы посмотрим рекламку. Ну что, начнем с напалма. Это понятное дело, потому что напалм поджигает противников, и они, соответственно, получают постепенный урон. Барабан судьбы. Так, улей закинем. Ну что, и теперь пора, наверное, динамитом угостить. Этот отдуплится 100%. Гринч выжил. Ай, больно. Напалм пошел. Да чтоб тебе, а, старый ты пердун. Все-таки успел бросить. Ай. Ну что, убиваем из пушки? В плане. Ё-моё. Ну что, ты сам видишь итог этой битвы. Жесткая была на самом деле. И получаем свои двойные награды. Ну смотри, почти по 2 ляма мы получаем за уровень. Да, мы должны сегодня получить с тобой 39 левел. Ну что, видишь, 10 миллионов уже. Остается еще 4. То есть здесь 2 ляма и здесь 2 ляма. Отлично. Ну что, Гринч, я смотрю, ты разыгрываешь тут топорики. Это мне все пригодится. Поехали, друзья. Пора их проучить, да? Ух ты, какие красавцы тут вылезли.
приступим. Слушай, наверное, мы с тобой все-таки обратно вернем наш холодильник. Мне кажется. Как говорится, моя проба здесь не прокатила. Ничего хорошего от метеора не выходит. Я на самом деле рассчитывал совсем на другое. Я думал, у нас будет стакаться с тобой все намного быстрее, но нет. Не выходит. Так, опять этот провокатор, а? Вышел. Кабан чертов. Ну-ка, напалм. Дальше что нам сделать? Давай, наверное, вот так сделаем. И метеор. И это все полетит опять в него же, да? Понятно. Сейчас два удара мы с тобой получим. Вот если бы у нас был бы холодильник, мы могли кого-нибудь дозаморозить. Вот гаденыш, это посмотри. Разыграли партию. Один ударил, потом второй. Заморозка и добивка. Ну что же, третья волна. Поехали. Ох, здесь два брата этих, чудика. Блин, не туда, конечно, кинул. Давай барабан попробуем. А может быть, нам с тобой барабан убрать, а? Я вот, честно говоря, не вижу, чтобы он наносил хорошую атаку. Ух, сейчас еще разберут меня здесь. Наверное, нам с тобой так и придется сделать. Уберем с тобой барабан судьбы. И мне кажется, будет намного лучше у нас. Так, как пройдем с тобой эту волну, будем обдумывать дальнейший наш план. Так, а здесь ведьма, которая же карты сейчас нам все сменит. Ё-моё, вот теперь на рандомно получается. Ну что, я даже не знаю, что тут применить. Давай вот так вот. Фигня полная. Так, динамит. Этот ударит. Понятно, этот отдуплился. И остается у нас йети. Но мы его из пушки. Все. Так, мало здоровья у нас. Ну что, с напалма, как всегда. Плюс улей. Блин, почему он все время туда бросает? Я вот, может быть, хотел, чтобы он сюда... Во! Давай, наверное, еще напалмик с тобой бросим. Один. Эх, ударит. Блин, давай. Да что ты? Что ты делаешь? Ну-ка, если распил. Понятно, фигня полная. Так, нужен мне тогда... Вот, заморозочка. После заморозки мы бросаем с тобой улей. Блин, это сейчас звезданет меня. И динамит. Замечательно. Ну что, вот и последняя волна. Ну что, давай, наверное, с напалма все-таки начнем. Дальше корабельная пушка. После этого метеор. Заморозочку. Окей. Так, еще, наверное, успеем напалм сделать с тобой. Так, этот должен сгореть, по идее, псина. Эх, не успеет, а если вот так? Отлично. Так, Гринч. Гринч хочет бросить капсулу, да, свою. И он успеет ее бросить, конечно же. Теперь я тогда брошу динамит. И... Ух, звезданул смачно. Так. Да что ж ты будешь делать? Че он такой крепкий? Минус Гринч. Слушай, ну в любом случае мы уже с тобой здесь прошли. Замечательно. Да, друзья мои, все-таки надо поменять нам с вами колоду. Ну, естественно, все это дело приумножить. Ну что, друзья мои, давайте менять. И начнем, наверное, с вами... Так, секундочку. Прокачать можем, оказывается. Напалм это обязательно. И улей, пожалуй. Нормуль. Значит так. Убираем с тобой напалм. Точнее, не напалм, а метеор. И ставим вместо него обратно наш холодильник. Где он у нас находится? Вот он. И я хотел убрать также барабан судьбы. Вот что вместо него влепить? Как ты думаешь? Слушай, а мы... А, прокачать не можем. Прокачать не можем. А что если мы с тобой сделаем... Нет, морковь не хочу ставить. Давай все-таки поставим, попробуем, ребят, сыграть. Я вот, кстати, не пробовал... Тихий убийца. Давай с ним попробуем поиграть. Нормуль? А там же, как говорится, все покажет игра. Ну что, у нас с тобой последний бой в плане. У меня не хватает. Что за фокусы?
Ладно, придется добавить. Ну что, в бой. Заодно с тобой посмотрим, что у нас из этого получится. У нас холодильник и тихий убийца. Поехали. Ах, вот он как. Слушай, ну... Он двоих сразу травит. Отлично тогда получается, ребят. Напалм. Так, 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 тихо. Что-то как-то медленно он с тобой все тут идет. Ну-ка, минус один. Нет, 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 нет. Успел все-таки, а? Грифон-палач. На, выкуси. Тут у нас, блин, дед-зомби. На, на. Слушай, мне нравится этот тихий убийца. Он травит, плюс мы их подожгли. Слушай, это как бы у нас получается постепенный урон. И он очень круто работает. Ну-ка, дедуль, харе. Отлично. Так, пока ничего не нужно. Тихий убийца, давай. Тинц, тинц. А что у нас работает в паре вместе с тихим убийцей? Ты не помнишь? Вот и я не помню. Но я знаю, что-то у нас то ли молния, то ли еще что-то в этом роде. Какая-то есть синергия. Но я знаю, что вы знаете, поэтому жду от вас, ребята, подсказок по этому поводу. Так, это у нас Т-1000 там, да? Типа на него пародия идет. Слушай, а этот бросил пробирку сюда, оказывается, а? Ты посмотри на него. Так. Гринч, ты должен отдуплиться. Вот этот жук не сдается, да? Еще и успел ударить, а? Ты посмотри на него. Паршивица такой. Так, получить пока, наверное, не будем брать. Поехали. Раз. Два. Динамит бросим, это будет три. Окей. Ах ты засранец. Сразу два получил, ничего себе. Так, секунду, секунду, холодильник. Молодец, отлично сработано. Так, ну от этого мы получим сейчас звездюлей. Так, а тихий убийца у нас будет работать, интересно, если один противник. Вау, круто. Правда, на него, в общем-то, отравление не сработало. А в чем проблема, ребят? Почему он не отравился? Я не понял юмора. Ты достал уже, грифон. На. Так, здесь придется, наверное, глянуть. Ну что, поехали. Улей в рот, и все пройдет. Неплохенько. Так, заморозка как раз на деда, замечательно. Еще бросим один улей с тобой. И хотелось бы... А что хотелось бы? Не знаю, снеговика бросить. Блин, фигня получилась на самом деле. Так, напалм, пошел, 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 пошел. О, у нас беда, беда, ребята, со здоровьем. На. А, дед-то сейчас восстанет. Елки-палки, это же надо было так лопухнуться, ребята. Он же на заднем ряду всегда оживает, понимаешь, что дело. И что я тут могу сделать? Холодильник только бросить. Минус. И заморозку, если успею, а я не успею. Дед мне пропишет щей. Тогда улей ему в рот и пу-пу-пу-пу заморозку. Так, плюс тихий убийца. Все. Так, последняя, ребят, волна, но у нас мало здоровья, поэтому смотрим. Начну, пожалуй, с напалма. Так, не забывай, что здесь у нас король Гринч. С ним шутки плохи. Холодильник. Так, улей надо вот в этого пса, если успеем. Отлично, ребята, отлично. Так, кто у нас тут? Этот собирается бросить зелье. А мне кажется, ему не в кого будет сейчас бросать это зелье. Да-да-да, молодец. Поехали. Полная разруха сейчас будет. На, плюс заморозка. Так, ко всему прочему, я хочу сделать, наверное, тихий убийца. И холодильник в довесок. Все, парень, тебе крышка. Тебе крышечка. Распетрушили. Так, ну что. И увеличиваем наши награды. Ох ты. Тут лям 300, считай. Ну вот и прекрасно. Так, посмотрим, мы с тобой получаем уровень все-таки или нет. Чуть-чуть, ребята, не хватило. Буквально 100 тысяч очков. Где мы их можем с тобой заработать? Ну, естественно, на дополнительных заданиях. Так, выбрать друга. Это мы с тобой не будем пока делать.
Может быть, сюда пойти? Так, помогите мне избавиться от монстров на его свалке. И он будет находить тебе новые карты после каждой победы. Ну, поехали. Раз он будет мне помогать, я никогда не откажусь. Только вот кто здесь будет боссом последним? Ну что, поехали. Норма. Отлично, так, арбалетик, точнее, лук. Что за карты какие-то, ребят, фуфловые, а? На самом деле. Я так далеко не уйду. Ну-ка. А, минус. Так, теперь ведьма, ведьма, ведьма. Блин, успел ее заквасить. Так, пенек, хорош выпендриваться. Здесь холодильник. Так, теперь молот Тора. Плюс улей. Дальше мы с тобой сделаем вот так вот. И остается дедуля. Остается у нас дедуля. Мы его топориками для начала. После получаем люлей. И добиваем дедушку. Зомби. Так, этот как всегда капается, понятно. Что еще можно от него ожидать? Так, давай добиваем этих. Угу. Добили только одного. Второй сам отдупился. Ну что, натянул маску, думаешь, тебе все можно? А если я тебе пестицидами? А? Все? Скушал? Ну что, ребята, получили мы с тобой первую наградушку. Ну, теперь-то нам с тобой должно хватить на левел, на 40-й. Да. Ну вот и прекрасненько. Так, выбираем с тобой карты. Ну, давай попробуем за огонь. Возьму динамита вместо чего? Вместо пестицидов. Продолжить. Так, ну что, поехали в бой. Блин, тут боев у нас будет слишком много. Тебе не кажется так? Ну-ка. Давай начнем с молота. Холодильник. Улей. И после этого я возьму, брошу динамит. Вот таким вот образом. Отлично, блин, получил все-таки, да? Звездюлей. Ну ничего страшного. Опять же молот. Плюс холодильник. Да ё-моё, не туда ты сделал холодильник. Поменяем, а знаешь для чего? Чтобы уничтожить вон того бедолагу именно из этого лука. Так, и остается одна лишь мороженка. Несчастная. Так, топорики. И холодильник успеем? Блин, все-таки звезданул своей газетой. Ладно, она за это ответит в дальнейшем. Так, молот Тора. Секунду, секунду, секунду. Сделаем так, наверное. Плюс динамит. А, все, этот парень не наш. Раз. И вот из лука мы его уничтожим. Прекрасно. Так, у нас еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и седьмой бой заключительный будет. Так, Тимми нам предлагает карты. Ну, давай возьмем с собой. Слушай, снегобума я возьму, пожалуй. Снегобума, а поставлю вместо... вместо дискошара. Блин, знать бы, кто здесь будет боссом последним. Потому что, ребята, мы сейчас с вами сделаем набор карт. А кто у нас там будет, я без понятия. Может быть, тот противник, который будет сопротивляться именно огню и морозу. И тогда мы с тобой попадем. Помнишь, как вот с плоторезом с этим вот встряли? Вот такая же ситуация может повториться. Так, начинаем, да, короче, с окопыша своего. Поехали. Раз. Два. Динамит по вам соскучился, мой родной. Тыдыч. Так, ну что, добиваем этого? Блин, ну топорики такие слабые. Хорошо, вторая волна. Мы, наверное, сделаем с тобой... Блин, ну почему так-то? Я все время хотел, чтобы кто-то заморозился именно с краю. Вот именно для нашего вот этого вот лука. Ладно, подобьем вот так, наверное. Твою ж дивизию, ну, отдуплись. Есть контакт. Вот они. Пришли, бродяги. Так, давай, наверное, молтура плюс лук. Холодильничек сейчас с тобой попробуем зарядить. Нет, улей. 100%, да? И динамит. Да, это будет идеально. Ну. Так, дед пока в заморозке. Сейчас отойдет. Мы его опять в заморозку. И добиваем топорами.
Вот так вот, великолепно все. Тимми нам предлагает дальнейший набор. Естественно, возьму огонь. Ох, ё-моё, напалм, скорее всего, я возьму вместо дробовика. Мне кажется, так будет лучше всего. Ну что, поехали. Еще дофигища боев здесь у нас. Плюс последний, который будет с боссом. Так, едьте. Ну, поехали. Начнем так. Бросим улей. Топоры. Кстати, топоры тоже нужно, мне кажется, поменять. Друзья мои, от них толку вообще ноль. Ай, звезданет все-таки. Блин, гаденыш. Давай взорвем их. Так, обоих, да? Отлично. Поехали. Так, снегобум. Мне нужен, ребята, что? Вот так, наверное, сделаем. Теперь напалм, скорее всего, сделаю. Так, улей. Отлично, этот ударит все-таки. Причем два раза ударит. Да, ребята, два раза это плохо. Надеюсь, выживем все-таки. Не надо мне здесь пока ничего получать. Раз, два. Теперь бросим динамит. И что дальше? Так, минус двоечка. Остается му в плане. Блин, ребята, он воскрес, конечно же. Стоп, 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 стоп. А что? Блин, он все-таки меня ударит. Все-таки он ударит меня. Ладно, это был последний противник. Так что все терпимо. Тимми дает выбор. Возьму, наверное... Слушай, давай я возьму, наверное, что-нибудь из яда. Возьму-ка я, наверное, вот эту вот гранату вместо... Вот так. Вместо топоров. Ну что, в бой, друзья мои. По-другому никак. Будем отбиваться. О, какие красавцы тут появились. Ну-ка, заморозка. Плюс улей. О, вообще шикарно сработало. И бросим динамит. Блин, этот выживет, тролль. Так, ну он окопаться собирался. Не успел почему-то. Вминусанули мы его. Так, ну-ка, что у нас делает? Ух ты. Граната отлично работает, ребята. Плюс в связке с динамитом вообще шик должно быть. Я тебе говорил. Так, следующие партизаны пришли. Ну что, начнем вот так. Плюс улей. Правильно, в этого деда. Граната и, наверное, молот Тора. Применим. Минус. А это, этот жив, этот жив. Я успел, ребят. Крышка ему. Отлично. Так, и холодильник на добивку. Фух. Нормуль так разобрались с ними. Очередной набор карт, и я хочу взять... Слушай, давай возьмем молнии, что-нибудь из этого рода. Кстати, вот этот молот очень даже неплох. Его можно взять, в принципе, вместо... Вместо чего? Давай вот так вот попробуем. Так, я готов. У нас с тобой получается какая-то сейчас солянка именно среди карт, потому что разные стихии, но я, ребят, не знаю... Не могу определиться, какая нам здесь нужна будет. Поэтому и беру... Ах ты, жулик мелкий. Все мне испортило, а, ребята? Все, ты понимаешь? На. Сейчас что-то будет. Сейчас они вдвоем ударят, да? Ну, по крайней мере, только лишь электрик ударит. Ладно, хорошо, давай напалм. И электрика нужно нам с тобой тоже завалить. Успеть бы. Не успел, блин. Ханыга достал уже на самом деле. Получить не надо пока ничего получать. Бросаем динамит с тобой. Плюс гранату. Вау. И вот так вот. Настучали, да? Да иди ты. Так, улей. Ай-яй-яй, ты посмотри, кто тут. Не увидел, ребята, сейчас Как меня бесит эта ведьма. Вот серьезно тебе говорю, она просто раздражает меня. Она всегда бесила меня. Так, ладно, свиноту мы сейчас с тобой должны завалить. У нас есть холодильник, сейчас мы ее заморозим. И будем потихоньку с тобой бомбить. Так, граната это фигня. Во, лук, конечно же. Тыдыч, все. Вот это я понимаю. Очередной выбор. Ну что, давай возьмем что-нибудь из яда. Что-нибудь из яда.
Так, если я возьму, например, нож и поставлю вместо улья. Ну что же, попробуем. Кстати, осталось совсем чуть-чуть. Да что ты делаешь-то? Я хочу в бой пойти. Слушай, а нож бьет задний ряд или передний? Я вот не помню. Я не помню этого, если честно. Так, бросим динамит сюда. Голубя разнесло. Так, граната. Ты даже не думай, не думай даже. Ну-ка. Шикарно. Так. О, вот что у нас делает этот молот. То есть рандомно бьет и всех разбрасывает. Слушай, это может пригодиться. В плане, а что так... А почему нож так слабо сработал? Вообще урона не нанес, прикинь. Пи. И я-то думал, что это будет там имбовое какое-нибудь убийство. Фигня получилась. Ладно, хорошо, что у нас здесь? Ну, динамит это явно, плюс напалм. Надо было наоборот, вначале напалм, потом динамит. И вот так сделаем. Слушай, неплохо. Очень неплохо бьет вот этот молоточек. Ну-ка. Здесь убивает сразу, там почему-то нифига не получилось. Получаем награды. Заморозочка. Ох ты, друзья мои, я даже не знаю, возьмем, наверное, акулу. Акулу и заменим вот этот самый кинжал. Потому что он мне не понравился, если честно. А я не знаю, что делает акула, если честно. Поэтому сейчас мы с тобой и проверим. Так, ну-ка. Ну, по-моему, слабый урон, да? Мне показалось, что, по-моему, слабенький урончик выходит. Напалм бросим. Минус. Так, этот сейчас что тут будет делать? Вот так мы сделаем. Бэм-бэм-бэм-бэм. Двоих убили. Так, ну здесь, наверное, гранату бросим вначале. Так, ну-ка. Тыч. В лицо акулы получить. Это, конечно, круто. Так, этот собирается хильнуть, что ли? Подожди, подожди, подожди. Динамит. Минус один. И этот еще хильнет, блин, а это посмотри. А если так? Шикарно. Ну все, свинота. Тебе крышка. Кто у нас тут дальше идет? Напалм, естественно. Граната. Уф, давай вот так сделаем. Неплохо. Одного уничтожили. А этот ударит. Этот ударит. А если мы тебе акулой в харю? Прекрасно. Ну и этого уничтожаем. Все. Проще простого, на самом-то деле. Ну и что же нам с тобой взять? Молнию или яд? Давай молнии. Опачки, а вот это что такое? Я ни разу не видел и не пробовал. Хм. Блин, что же ты делаешь? Ну давай попробуем поставить вместо... Блин, ну вместо чего, а? Давай, наверное, вместо акулы все-таки. Не знаю, может быть, плохой, конечно, я сделал выбор. Но сейчас посмотрим. Кто у нас здесь с тобой будет? Ага, сшитый Фрэнки. Слушай, ну у него, по-моему, нет особых, да? Придирок. Ну-ка, что это такое? Ух ты. Слушай, мне нравится. Так, ну, заморозки на боссов не действуют, так что радоваться здесь не стоит. Так, что это сейчас будет? У него первая фаза, ребят, прошла. Гудок. А, помощь призовет, да, по-моему? Точно. Он призывает помощь, соответственно, блокируется вот таким вот образом. Ну-ка, поехали. Слизня уничтожь. Блин, не хватило немножко. Так, гранату бросим сейчас. Ага. И... Твою ж налево, блин. Давай вот так вот сделаем. Сейчас он раскроется. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем еще разок. Вот так. И... Блин, холодильник, нафига? Опять блокирует. А, нет, пила. И уничтожает мне самую хорошую карту. Так, смотрим за здоровьем, ребята. За здоровьем надо наблюдать. Сейчас опять свой гудок вшивый поставит.
Ай, не успел я его ударить. Это плохо, ребята. Не надо мне показать ничего. Ну что, поехали с напалма. Дальше. Наверное, вот так сделаем с тобой. Блин, сейчас удар будет. Да почему холодильник на этого-то все время срабатывает? Что за дела, блин? Почему поэтому не стал бить? Ну-ка. Не надо хилять. Трындец, он сейчас хильнет этого. Нет, он сам себе захилял, странно. Да ты оборзел, что ли, я не могу понять, а? Мухомор. Все, давай, раскрывайся. Блин, ту карту, ребята, как уничтожил мне, да? Так она не восстанавливается. Все. Сшитый Фрэнки уходит. Поверженный. А мы с тобой получаем сундук. Так, и все это дело приумножим. Сундук, что там в нем лежит? Улей, елки-палки. Почти 500 тысяч. Друг Юрий. Пестициды. Так. Огнемагнит. Корабельная пушка, ё-моё. Каратель. Шестеренки, это круто. И последняя карта, это энергия. Так, ребята, ну тут по любасику нужно умножать это все. Ну вот, смотри, сколько мы всего получили. Ребята, может быть, даже можем проапать, сейчас гляну. И еще и новый уровень, ко всему прочему. Вот это я понимаю, ребят. Вот это вот хорошие новости. Значит так. Тимми там откат. Здесь у нас... О, мы уже можем получить награду. Давай просто получим. Не буду я приумножать здесь. Так, ну ты сам понимаешь, да? Все по мелочи получаем. Так, заберем. И я сразу же отправляю их в дальнейший путь. Все, пускай ходят, бродят. А в следующей серии мы с тобой вот этот островок будем разбирать. Тут у нас, как ты видишь, электрик будет боссом. Так, что у нас там робот наш делает? Далеко ли он ушел? Я хочу посмотреть. Оу, он уровень получил. Вот это я понимаю. Прокачивается парень. Так, получить, давай просто вот так вот сделаем. Что же нам сделать? Так, бой с боссом. А можно я тебя прокачаю, парень, для начала, а? Давай-ка мы сделаем. Так, если у него будет 15 уровень, мы сразу, ребят, с вами открываем новый удар. Так, наносит, ух ты, снарядить. И улучшим. Ребята, этот удар я еще не тестил, не знаю, что он делает. Так, вместимость и улучшение. Так, так и вот так, отлично. Ну что, теперь можно, наверное, и босса позвать. Ну-ка, посмотрим. Ё-моё, не кисло, да? Нормуль, мне нравится. На тебе. Да мы его порвем просто. Так, вот эти штучки мне нужны. Очень много нужны. Из-за них мы можем прокачивать наши скиллы. Так, смотрим. Пестициды. Осколочная граната. Последний аргумент. Ну ты видишь тут сколько дают? Тут даже не тысячи, ребята, а просто 5, 6, 10, 19 штучек. Шокодрон. Пираньи. И ядовитая бомба. То есть даже нет смысла их умножать. Просто нет, ребята. Ну что, все равно я считаю, отлично, ребята. 15 уровень, я думаю, для него не за горами. На следующей серии он получит. Блин, когда турнир? Я уже хочу, ребят, дойти до турнира. Надеюсь, что скоро. Так, подожди, инвентарь, инвентарь. Да, смотри, мы с тобой можем, ух, корабелочку улучшить. Фигею, 17 уровень. Общий урон 38 тысяч. Это на самом деле классно. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!